Председательствовал, мы сделали небольшие организационные изменения, экспериментируем, так сказать, чтобы улучшить, расширить и углубить. Председательствовал Павел Бахтинов, все, наверное, знакомы, один из лучших астрофотографов нашей страны. Паш, поднимись, пожалуйста, расскажи о том, как вам было тяжело в этом году. На самом деле, уровень работ, сами видели, растет год от года, но в этом году, конечно, был пик. Ну, я надеюсь все-таки, что это не пик, а начало дальнейшего роста. Но действительно, этот год был, наверное, переломным в плане освоения вот, в области, по крайней мере, deep-sky съемки, цифровых технологий. И появилось очень много интересных авторов и интересных работ. И это заметно и по форумам интернетовским. И здесь это тоже проявилось. Значит, первая номинация у нас называлась «Дальний космос». Кажется, приз технического совершенства в номинации «Дальний космос». Значит, жюри рассмотрело большое количество интересных работ. Ну, здесь и работы Семена Михайленко, и Ивана Мхитарова, Владислава Амприенко, и Сергея Киселева, и Юрия Гилева, и других участников. Вот. Особо хотелось бы отметить работы, представленные здесь, Игорем Чекалиным из Таганрога, который, используя очень скромный по размерам и по стоимости инструмент ВИЦАР, получил очень достойные результаты, в общем-то, близкие к предельным возможностям этого оборудования. Вот, но, тем не менее, рассмотрев все за и против, все-таки жюри пришло к выводу, что наиболее достойным приза именно технического совершенства в номинации «Дальний космос» являются работы Бориса Сатовского. Как вы сегодня, наверное, уже видели, у Бориса практически все есть. Трудно ему что-нибудь такое вручить. Но мы ему вручили, опять же, повторюсь, самое ценное, что можно получить. И телескопы тебе как-то неудобно вручать. Окуляры у тебя тоже вроде бы две штуки уже есть. Мы решили тебе подарить книгу, чтобы, может быть, ты наконец скоро перейдешь к настоящим наблюдениям, к визуальным. Она тебе понадобится. Это трехтомник «Атлас Миллениум». В нем нет практически ни одной буквы.
одни кривые линии и точечки. Так что Борису будет заняться чем, когда уже нечего будет совершенствовать на обсерватории. Большое спасибо. Да здравствует Астрофест. Второе издание. Три тома. И новшеством в этом году в правилах проведения конкурсов было то, что жюри также оценивало и работы в области астрономического пейзажа. На предыдущих фестивалях это проводилось общим голосованием. Ну, можно рассматривать это как эксперимент. В общем-то, насколько это приживется, посмотрим в будущем. Но, тем не менее, вот в этом году было сделано так. Значит, рассмотрев представленные пейзажи, жюри тоже обнаружило много интересных работ. В частности, очень интересные пейзажи Тимура Гурова, съемки обсерватории на Кавказе и прилегающих окрестностей. Вот. Но, тем не менее, конечно, с явным лидером в этом году в области пейзажа астрономического стал снимок, полученный Вячеславом Кондарем и Александром Юферевым при участии также еще целого коллектива авторов. Приз в номинации «Астрономические пейзажи» вручается Александру Юферу и Вячеславу Кондарю. Теперь и приз у нас есть. Но у нас есть главное. Мы знаем, как сделать еще лучше в следующий раз. Не знаю, насколько можно сделать лучше. По-моему, уже нельзя. Если вы сделаете еще чуть-чуть лучше, вам придется 360 градусов делать панораму, и лучи замкнутся от короны. Это раз. А Да, чтобы сделать лучше, нельзя делать ошибок. Фатальная ошибка заключалась в том, что я забыл вставить фамилию Владимира Бобкина в тот лист авторов, которые предоставили свои снимки. Я каюсь и исправлю свою ошибку в ближайшее время. В следующий раз такого же точно не будет. Вот. Ну, в общем, для нас это тоже было неожиданностью, что победили в пейзаже вы. Мы думали, победит пионер с «Зенитом» и 50-миллиметровым объективом каким-нибудь, как обычно. Но мы, тем не менее, вам приготовили телескоп. Наконец, у вас будет еще один телескоп, чтобы... Я хочу объяснить. На самом деле, все, что вы видели, это один единственный снимок. Все остальное это небольшие разнообразия, небольшие дополнения или изменения одного единственного файла. Мы все вместе, вот тот огромный список авторов, сделали 600 снимков, из них слепили один единственный. Помните, перед затмением я бегал... По Турции, всем говорил: ребят, ну давайте сделаем один большой, красивый российский снимок. Так вот он в нескольких вариантах висит там в фойе, тот самый российский снимок большой. Моя мечта исполнилась, но я серьезно говорю, что можно сделать лучше. Ну вот, чтобы вам застимулировать вас, так сказать, получи, пожалуйста, два диплома за двоих. Ну и чтобы еще было чем заняться, совершенствоваться, мы вам еще телескоп приготовили. А что? 30-миллиметровый рефрактор. Это Скайвочеровская труба, 80-миллиметровый телескоп ЕДЭП. Да, скромно умолчал, что это автокрабат. Ну, я думаю, все знают теперь уже. Под конец Астрофеста говорить не надо. Копите целый год деньги, а в следующий раз мы решим, что нам делать, как нам разбрестись по диапазону фокусных расстояний, диаметров, выдержек и всего такого. В следующий раз мы будем говорить конкретно о подготовке к наблюдению следующего затмения. А много телескопов не бывает, нам понадобится очень много. Я снимаю. Поставить свои работы, либо прислать нам в цифровом виде их эквивалент. Они нам потребуются. Я думаю, вы видели
в буклете фестиваля на последней странице фотогалереи. Надеемся, что в следующем году там появятся снимки победителей этого года. Ну, теперь последний наш конкурс. Это лучший самодельный телескоп. Значит, к сожалению, члены жюри разъехались уже, но они мне поручили высказать их вердикт. Значит, председательствовал жюри в этом году Георгий Шуваев. Многим, кто давно занимается астрономией, эта фамилия хорошо знакома. А членами жюри были Сикорук Леонид Леонидович и еще кто-то, извините, я забыл, не принес бумажку, а сейчас уже что-то не запамятовал. Они после, опять же, долгих колебаний и раздумий решили присудить первый приз Андрею Левину за его чудесную стереотрубу. Это набор широкоугольных окуляров. Здесь, ну, достань. Одинаковых нет, специально не клали. Еще и двухдюймовые широкоугольные окуляры от Deep Sky.